Здравствуйте, друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале «Творческая семья». Здравствуйте! Я сегодня покажу еще один ролик, как я оформляю работы из бисера. Я уже снимала ролик, как я делаю такие цветы. Можете посмотреть. Это золотой декабрист. Мне очень нравится, как цветет декабрист. И вот я решила сделать вот такие цветы. У меня на одном стволе вот этот цветок, на одном зеленый у меня был ствол. И я прикрутила еще два с листиками. А по бокам я прикрутила палочки от роллов на желтую флор-ленту. Вот так положила палочки и прикрутила. Вот такая композиция. И специально эти цветы делала для композиции. Теперь осталось мне только оформить. Я взяла рамку. Вот такую рамку купила. Я ее разобрала. Пока рамка сама нам не нужна. Вот такая рамка. Беру самоклеящую бумагу. Она у меня голубая, но цвет не передает так. И обрисовываю по размеру рамки. Моя картина, цветы из бисера. Вот это я добавила пироканту. Там есть ролик, как я делаю эту пироканту. Добавила немного цвета, собрала. Вот такая картина у меня получилась. Золотого декабриста. Можно поставить. И она будет вот так стоять очень быстро. Конечно, если все детали готовы, вот я заранее, конечно, все это сделала. Цвет не придает, это ярко-ярко голубой, прям небесно-голубой цвет у меня. Тут показывает фиолетовый, хотя он очень голубой. Вот такая картина у меня получилась, красивая. Мне очень нравится с рамками работать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До свидания.